люди задают правильный вопрос. Действительно, этот вопрос волнует людей, которые живут в этом микрорайоне. Так, по вашей просьбе, мы 3 года назад приняли на баланс тепловые сети. У вас был ужасный котельный, если вы помните, да? Тогда она была в балансе Министерства обороны, но речи, они не могли нормально содержать, ремонта не было. Помните это время? Помним. Нет, работа большая проведена, вот, это вам вот, спасибо. Спасибо, низкий поклон. Да. Вот мы эти сети приняли, котельные тоже почти в убитом состоянии приняли, сделали ремонт, и сейчас во всех домах тепло и нормально. Вот теперь появились. Это раз. Это спасибо. Второе. Сделали и здесь, и там, в 2 дворах, детские площадки. Да. Сделано? Да. Сделано. В 2019 году именно по вашей просьбе мы открыли здесь амбулаторию. Наверняка вы ходите туда. Это 3-й вопрос. Много сделано, да. 4-й вопрос был мини-центром. Там тоже сделали ремонт. Мини-центр работает, дети ходят. Вот это 4 вопроса, которые были заданы передо мной, мы этот вопрос решили. Теперь, что касается сетей электрических. На первой сессии будем рассматривать вопросы выделения средств на ремонт электросетей Новоахмирова. И сразу же объявляем конкурс потом на ремонт.